close till I get up. Time is barely on our side. Всем привет, ребята, меня зовут Милана, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю влог, и да, я знаю, я немножечко пропала, ну как немножечко, на 4-5 дней. И на самом деле, это все из-за того, что я ждала посылку, которую я вам в этом видео покажу, также некоторые изменения в своей комнате, и не только. Поэтому запасайтесь вкусняшками, ну а мы начинаем это видео. Приятного просмотра! Ребята, на часах время 11 утра. И я уже сделала все свои дела, сходила на пробежку туда-сюда, позавтракала. И, наверное, с самого начала я вам покажу сейчас посылочку. После этого я вам покажу изменения на своем столе, в общем, расскажу всю суть. После этого я вам покажу Xbox-приставку. Боже, я выговорила это название. Как это возможно? На самом деле, эта приставка не работала уже полгода. Это была моя самая любимая незаменимая приставка. Xbox 360 вроде бы, да. И оказывается, там просто перегорел провод. И мы заменили провод, наверное, 2 дня назад. И она начала наконец-таки работать. И в этом видео я вам ее покажу. Итак, моя посылка с Белориса. И первое, что вам покажу, то, что мне пришло, это вот такой вот гель для умывания, антибактериальный для проблемной кожи. Тщательно очищает поры, останавливает рост бактерий против прыщей и черных точек. На самом деле, никакими средствами из этой серии я еще не пользовалась. Думаю, в этом влоге мы не будем уже ими пользоваться, но в следующем влоге я обязательно вам покажу, как они действуют, все расскажу и расскажу, понравилось мне или нет. Итак, следующее, что мне пришло, это тоник для глубокой очистки пор для проблемной кожи. Очищает от черных точек, обеспечивает антиблеск эффект. Никаких проблем против черных точек и жирного блеска. Тоже вот такой вот тоник мне пришел. Также то, что я очень-очень давно хотела, это вот такой вот микропилинг для лица, очищающий для проблемной кожи. Раскрывает поры и удаляет загрязнения, устраняет следы после угревых изменений против прыщей и черных точек. Итак, я прочитала применение. Нанесите микропилинг на влажную кожу лица, избегая области вокруг глаз, мягко массируйте 2-3 минуты, затем смойте водой. Угу, окей, понятно, обязательно с вами попробуем. Следующее, это маска. Вот такая вот маска-минутка для лица, антибактериальная. Подавляет рост бактерий, предупреждает появление прыщей. Против прыщей и черных точек. Также применение. Нанесите маску минутку на чистую кожу лица, оставьте на 1 минуту, затем просто смойте водой. Применяйте 1-2 раза в неделю. Внимание! Маска может слегка пощипывать. Когда я услышала, что может слегка пощипывать, я сразу испугалась. На самом деле. И последнее, что мне пришло, это, знаете что? Это вот такие вот 2 лака. Алмазное ламирование и консилер с гель-эффектом. Обязательно тоже с вами их попробуем. Вот такая вот посылочка мне пришла. Сейчас выглядит мой стол. Кстати, посмотрите, как преобразился мой компьютер. Я просто подумала, что скоро рисунки у меня будут реально вылазить просто со всех шкафов. Везде они будут скоро. Я их приклеила еще на компьютер. Доски ведь, Милане, мало. Да, конечно, еще на компьютер приклеим. Я выбрала свои самые любимые красивые рисунки и приклеила их сюда. На самом деле, вообще, это я, это моя сестренка, а вот это единорог. Кстати, интересный факт обо мне. Я в детстве почему-то ненавидела единорогов. Они мне казались, фу, розовый цвет, фу, единороги, вы что? Но сейчас я их так полюбила просто. Я не понимаю, как я могла про них говорить такие вещи. Единороги — это супер. Смотрите, что Милана сделала с клеем. Я просто подумала, что у него некрасивый дизайн. Почему бы не обклеить его скотчем? Ну, конечно же. Ребята, сейчас вам покажу мини-рум-тур моего рабочего стола. Первое, что тут стоит, это вот такие декоративные цветочки. Вот такой вот красивой белой вазочки. Они мне безумно нравятся. Следующее, что тут стоит, это вот такой вот блокнот, в котором я часто записываю идеи, мысли, идеи для видео и так далее. Следующие 2 полочки пустые, тут у меня обычно ничего не лежит.
И тут уже стоит мой незаменимый компьютер, красивый преображенный компьютер. Также мой светильник, который помогал мне делать уроки и помогает сейчас, когда я рисую и так далее. Вот, включим его давайте. Также вот такие вот закладочки для блокнотика, которые я всегда клею вот сюда, как вы видите, радужные. Также тут у нас, ну, конечно, упали они. Также тут есть клей, вот такой вот преображенный также. Фломастеры, ножницы, карандаши, в общем, все для творчества. Текстовыделители, новые ручки, точилка-паровозик, просто незаменимая также. И розовая гнущаяся линейка. И моя доска, где я рисую, пишу и клею свои лучшие рисунки. Мы наконец-таки с Софией сели играть. Я играю в Мадагаскар в данный момент. Я прошла первую, вторую часть. И наконец-таки мы закачали третью. И сейчас я ее прохожу. На самом деле, третья часть очень сложная, и на самом деле экран не синий, так просто передается почему-то на камеру. Также мы с Софией играли в лыжи. Кстати, я победила! И победный танец в студию! Вот и все, ребята, это видео подходит к концу. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Но я вас всех очень люблю и пока!